Подготовка к единому дню голосования на контроле у главы Сургута. В администрации города прошло совещание с руководителями крупных предприятий и организаций. Темой собрания стали выборы губернатора Тюменской области. Говорили о новшествах в избирательном законодательстве и о ходе подготовки к выборам. На данный момент в городе практически полностью организована работа в этом направлении. К непосредственной работе ответственные приступят уже с 3 сентября. В начале осени все граждане смогут воспользоваться своим правом проголосовать досрочно, однако только при наличии уважительной причины. Напомню, выборы состоятся 14 сентября. По сравнению с 2013 годом избирательных участков на территории нашего города стало больше на целых 5. Это связано прежде всего с введением в жилой фонд новых многоквартирных домов и в связи с этим превышением максимально допустимой численности избирателей в этих избирательных округах. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.